Хейл, гейс, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Куб Эскейп. И это у нас Хаврлей Бокс. Ну чё, я думаю, давайте немного сейчас запущу. Так вот, и полетели. 1969. Where going? Где я нахожусь? Так, ложечка. Тейп. Кусок чего-то. Ложка. Я, походу, нахожусь в коробке. И я, походу, играю за ворона, потому что я вижу тень птицы. Так, доминохи. Сразу разлажим. Ну, понятно, что сначала шестерка там вот показана. У нас сколько здесь вариантов начала? Два варианта начала, то есть давайте с единицы, я думаю, начнем. Это головоломки, немного такие... Кстати, уже все, да, на чем я пошел, походу? Так, с единица вот тут. Четыре вниз еще есть. Давайте 4 вниз. Единицы больше нету. С единицами есть? У меня с единицами нету больше цифр. Ну а давайте подогонную все равно поделаем. 4-4, пускай будет 5-3. 4-3 мне надо. 4-3 нету. Значит, это уже не подходит. Давайте с двоечками начнем. Двойка вниз, двойка по горизонтали. Двойка по горизонтали. А может ли быть вот так? Скорее всего, может. Я не знаю, не уверен. У нас есть еще такая двойка. Скорее всего, такая нужна двойка. Я не шарю. Просто здесь неровно нарисовано. Тогда сделаю будет вот так. 4 вниз. Скорее всего, вот это. Нет. Подожди, мне нужно 4 вверх. Есть тогда 5 в бок. 5 в бок есть. 4 и 1 есть. 4 и 1 есть. 3 в бок есть. 5 в бок. А 5 в бок нету. А вот 5 в бок нету. Пяти нету. А, не, есть 5 в бок, вот он. Так, значит, 5 в бок. 5, 3 вниз. 3 вниз, 1 в бок, 6 давай. 6 не подходит. Единица, 4. И все. Что-то не врубаюсь, подождите. Слишком много у меня этих остается. Скорее всего, здесь нужно единицы 6. Здесь единица вниз. 4-4. 4-1. 6-4. А, все. Тогда все получилось. Так, еще кусок. Мухи и какие-то точки. Так, закрыто. А, сверху меня никаких подсказок нету, чтоб мы как в... Клюв, рыба, что стакан. Ни хрена себе.
Rusty Lake, Mental Hearts in the Chase. Очередной фрукт. О. Ага. И. Ага. Вот оно что. Это у нас нотки. Нотки, нотки, нотки. Значит, вытащено, вытащено, спрятано, полуспрятанное. Вытащено, вытащено, спрятанное, полуспрятанное. Проход вниз куда-то. Коробка. Что здесь происходит? Мне нужно убираться отсюда. Ноты. Короче, это если что. Да, видите, здесь что-то есть. Ноты запоминаем. Вниз-вниз. Вверх-вверх, вниз-вниз. Вот. Здесь остро. Блин, это мне сфоткать получится надо. Ладно. А давайте это дело сфоткаем. Так, поехали. О, сайте. А, подождите, мы где-то видели... Вот. Только для чего? Ну, пускай, наверное, висит здесь. Мне нужно, наверное, либо подняться, либо что-то типа того. Подожди, мне нужно... Середина... Середина. Это Б. Б, Б. С, С. Б, Б. Так. Вот так. А, Б, С. Точно С? С. Потом, кажется, снова... Б. Б, 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 подожди. Г. Нет, это А. Г. А. Дело в том, что я правильно сделал. Б, Б, С, С, Б, Б. Здесь она какая-то крючковатая, что ли. Оно не крючковатое, ё-моё. Так, 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 так. А, вон оно что. F. Подожди, ЕЕ. А я ДД, да, использовал. Вон оно что. СС.
Вон у нас в чем и ошибка была. Г. А. Б, С. Не С, а Д. Д, Д. Потом... А. Б. Д. Блин, я путаюсь. А. Без штрихом. А. Чё, где неправильно? Центр, центр. Припоследнее, припоследнее. Центр, центр. Б. Г. А. Б. Д. Б. А. Г. А. Три, три, два, два. Три, три. Припоследняя середина. Так, так. Три. Сюда, штрих, сюда. Где неправильность? Я все правильно сделал. В этом вот проблема. Подожди. Четыре. Там четыре. Тут точно нету закорлючек таких. Давайте я просто все попробую. F. 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 E. D. D. C. C. A. 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 Есть максималка, максималка, максималка. Стоп. А, это со штрихом. Середина. Середина. Середин. Подождите, а вот это что? Они отличаются? Или мне кажется? Это у нас... Я не понимаю, ну что это за бредятина? Д. Нет. С. Нет. Б. Б. С. Не Д. Там Д, Д. 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 С, С. Б, Б. Б, Б, С, Д, Д, С, С. А. Оно должно еще задевать вторую. Это Г. Г. А. Б. Д. Б. Г. Нет. А. Б. А. Г. А. Наконец-то! Небелизм. Так, удалить. Закрыть, закрыть. Да уж. Так, нож, сигара, кусочек, еще чего-то. Жуки. Они должны быть через одну.
по горизонтали. По вертикали через одно только. Нельзя, чтобы было в три в ряд. Окей. А, ножик, 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 ножик. Это нас сюда. Здорово. А они тут были? Клюв. И поднята рука. Курить сигару. Короче, я понял. Сигару нужно поджечь и что-то. Подожди, а звуки от чего действуют? Ну это я понял, подожди. Что-то врубить не могу. Ладно, погнали к банке, попробуем банку открыть. Вот так, поехали. Личинка. Подожди, здесь по-любому будет так. Здесь будет по-любому личинка. Здесь может быть муха. Здесь мухи не может быть. Окей. Личинка, муха. Здесь муха. Тут личинка. Муха, личинка, личинка, муха не может быть. Вот здесь муха. Личинка, личинка, не может быть. Тут муха. Тут муха. Личинка. Муха. Муха, личинка, не может быть. Муха, муха, личинка, муха, личинка, личинка. Не понял. Тут только попарно. Нормально. Типа войну. Нельзя, чтобы. Фу, не сбросилось. Нельзя было просто, чтобы три было в ряду. Типа. Подожди, ну только так. Ну нигде ж три нету. Так ведь? Или вы имеете в виду, что только может быть по три вообще? Very low and a clown. Три мухи, три личинки. Походу да, нельзя, чтобы было больше трех мух и больше трех личинок. Значит, здесь мы также оставляем. Здесь ставим личинку. Здесь мухи.
Здесь хорошо. Здесь много мух. Муха. Здесь личинка. Три личинки. Четыре личинки. Раз, два, три, четыре. Нужно муху деть куда-то. Нужно куда-то муху деть. По-любому будет личинка. А здесь по-любому тоже будут личинки. Здесь по-любому будет личинка. Муха. Здесь муха. Мухи, 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 мухи. Здесь личинка. Здесь муха, и здесь личинка по-любому. Хотя личинка может быть и здесь. А, пускай здесь будет личинка, допустим. А, ну тогда у нас нужно муху убрать. Сюда муха, сюда личинус. Так, 3-3. 3-3. 3-3. Тут 4. Муху уже нельзя, только личинку. Здесь тоже только так. Здесь муху нельзя ставить. Муха, личинка, муха, личинка, муха, личинка, муха, личинка, муха, муха, личинка, личинка. Но здесь по-любому личинки, потому что нельзя было, чтобы мух было больше трех. Много личинок. Здесь не хватает мухи. Муху сюда не поставить. Сюда муху тоже не поставить. Значит, муха по-любому здесь будет. Значит, здесь личинка. Личинка. Сюда муху не поставишь. Муху можно сюда поставить. Сюда личинку. Сюда муху. Сюда личинку. Личинку, личинку не посадить. Муху сюда. Блин, давайте сделаем таким образом. Где обязательно? Давайте с самого начала. Так. Так, 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 так. Начнем, так сказать, сначала. Делай это. Получается, здесь по-любому будут эти херни. Это по-любому. Дальше. Сюда и сюда уже нельзя ставить личинок. Значит, здесь мухи. Значит, здесь личинка. Муху сюда точно не поставить, потому что три в ряд нельзя муху. Личинка. Сюда точно тоже нельзя ставить муху. Личинка. Сюда будет муха, потому что так три и так три. Готово. Дальше, сюда муха. Потому что три тоже нельзя, значит здесь личинка. Так. Сюда будет муха, потому что нельзя личинку. Сюда тоже личинка, потому что будет три по три. Значит, здесь муха. Хорошо. Здесь муха, потому что здесь две личинки. Хорошо. А, дальше. Вот здесь идет уже чистый рандом. Потому что потому. Три. Пускай будет три личинки здесь и одна муха здесь, да? К примеру. А, сюда, видите, уже я не поставлю личинку. Значит, вот это убираем.
Так. Сюда муху уже нельзя ставить. Ну, сюда можно муху поставить. Значит, здесь будет Т. Так, два уже есть. Здесь три личинки, значит, сюда по-любому муха пойдет. Сюда можно одну муху и две личинки. Две личинки. Давайте, наверное, личинку сюда, личинку сюда. Сюда личинка. Муху сюда, муху сюда. Так. Здесь только личинка. И личинку сюда. И сюда муху. Все. Просчитано, посчитано. Мы получаем светлячка. Что дальше? А дальше я не шарю. А. Я шарю. Опа. Окей, здесь получается нужно запоминать самый низ. Это у нас перевернутое. Немножко наполненное. С хвостиком. Наполовину. Перевернутое без хвостика. И полное. Нормальный звук. Так, теперь голубь. Верхняя. Нормальная. Перевернутая, перевернутая. Бац. 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 Готово. Что дальше? А. Не поджечь. Не понимаю. Для чего мне нужно было вот это делать? Курит нога. А, и этот нужно налить. Так. Клюв. Я не могу зацепиться, вот в чем проблема. Здесь я все сделал. Здесь я сделал все. Здесь я все сделал. Чет, я не пойму. Ладно, давайте, может, внутрь войдем. А, закрыто. Типа
Я ставлю сюда, но... И что дальше? Короче, оказывается, веревку можно держать. И она будет опускаться. Во. Фу, блядь. Нахера пугать так? Что мне делать? Ну, типа, я поднимаюсь. И все, черный экран просто. Странно. Может... А, у меня 6 светлячки есть, подождите. Может, светлячки что-то зависит на него? Или поджечь? Подожди, Firefly, почему это мухи? Считается мухи, но... Не жопы светится, как у светлячков. А, ну точно, Firefly. Fly, это ж муха. Firefly это огненная муха. Тогда все правильно. Ну вот и мы прошли какой-то Harvest Box. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.